Жаль, я люблю женщин постарше. Я вампир. У меня так много глаз. А здесь... Ну вот, теперь я сын. Это так круто! Столько трупаков! Я тоже хочу быть вампиром! Сделай меня вампиром! Вампиры плоскодонок не берут. Я наследница организации Хасинг. Интегра Уингейтс Хасинг. Приказываю! Сделай меня вампиром! Чтоб я могла так же круто убивать своих врагов! О, думаешь, ты тут самое главное? Сначала каша, потом убийство, мелюзга. Сначала каша, потом убийство, а? Выкуси! Я тебе здесь самая главная! И твоя бледная вампирская задница работает на меня! Я ненавижу вампиров! Вы все неуправляемые, избалованные, самовлюбленные придурки! Я никогда, никогда в жизни не захочу стать вампиром! Слышишь, Алкат? Никогда! Как любопытно. Первый случай в моей практике, когда просьба рассказать о детстве сразу вызывает столько эмоций. Напомните, что привело вас ко мне на прием? Мой дворецкий, Уолтер, считает, что я подвержена приступам ярости, которые мешают мне повседневной жизни. Алукард сделал что? Алукард! Нет, я сказала большая пепперони с экстра алукардом. Что значит такого нет в меню? Я без понятия, что Уолтер имеет в виду. Уверяю вас, такая реакция нормальна. Я вот постоянно срываюсь на клиентов. Навыдумывали себе депрессии! Прекращайте ныть и валите на завод! Чипстота поганая! Мне часто снятся собаки. Собаки с множеством глаз и длинными языками. Они скалятся и шумно разрывают чью-то плоть. Снится длинноствольный пистолет, стреляющий большими пулями. Пули пробивают головы зомби насквозь. На самом деле, это довольно приятные сны. Ну что ж, вижу, здесь есть скрытые проблемы. Скажите, Сарен Деггера, вы не можете побольше высыпаться и не нервничать, может быть, гулять, думать о хорошем. Напомните, сколько вам лет? Завтра исполнится 30. Уверен, рождение детей решило бы все ваши проблемы. Знаете, доктор, при моем графике... натворил на этот раз. Устроил геноцид, замучил пару чудесниц, репостнул мемасики, все как всегда. Но я не за тем звоню. Что случилось? В общем, кажется, твой дворецкий, как его там, Альфред, решил уйти в отставку. Стой на месте и ничего не трогай. Я сейчас буду. Думаю, на сегодня визит закончен. Я пришлю вам специальную бригаду по закрытию гештальтов. И не забудьте, теперь вы должны убедить трех своих друзей, что им тоже необходимо к психотерапевту. Только тогда терапия сработает. Что это за фигню ты тут развесил? Сюрприз! Поздравить тебя с наступающим юбилеем и напомнить, что Всемирная вампирская организация рекомендует инициироваться до 30 лет. А Уолтер здесь при чем? Ну, наш Дживс увидел эти надписи и как начнет орать. Свобода! Уолтер свободен! Уолтер, в чем дело? Сэр Интегра, я дал обещание вашему отцу, что я буду служить вам до вашего 30-летия, когда вы станете взрослой самостоятельной девочкой. И вот, пришла пора мне уйти на покой. Я служил вам 20 лет. 20 лет я готовил, убирал, обрабатывал заявки, терпел истерики косплееров.
договорился с администрацией. Какой еще администрации? Со всеми сразу! Сэр Интегра, я слишком стар для всего этого! Дайте мне спокойно уйти на покой! Я представляю себя на пляже жаркого Кипра. Дед, лучше Сартуны! Что? Ты постарела бы в любом случае. Зачем ты вообще носишь очки? Ты ж долбанный вампир, а не Оззи Осборн. Прошу прощения, я охренительный вампир. Я вырезал население маленькой европейской страны, чтобы заслужить этот титул. И Оззи Осборн — икона стиля. Правда, полицейская? Ты должна шарить. Оззи Осборн уже давно за 70, и все про него забыли. Но вы такой старпёр, что вам, вероятно, без разницы. К твоему сведению, мне 19. И как давно вам 19? Ты охренеть, какая дерзкая! Если бы не твои буфера. Теперь не справляться с зоопарком в одиночку. Виктория, поступала ли новая корреспонденция от Ее Величества? С тех пор, как Алукард отредактировал запись парада с участием Ее Величества, королева стала писать нам гораздо реже. Но одно задание нам все же поступило. Поговаривают о секретной организации, цель которой якобы испортить все. Испортить все? Испортить все. Имя организации что-то типа Миллениум. Миллениум? Нет. Миллениалы. Так давайте просто убьем их. Сначала планерка, потом убийство. Виктория, ты что-нибудь знаешь про этих миллениалов? Нет. И я поколение Z. Ах, как будто есть какая-то разница. Сколько вам было лет, когда у вас появился Твиттер? А у меня вообще нет Твиттера. Что за тупая приблуда? Мой бойфренд вас фолловит. Черт. С каких это пор у тебя есть бойфренд? Почему Уолтер мне не доложил? Мисс Виктория нашла себе в Тиндере какого-то человеческого парня, но вживую один ни разу не встречались. Спасибо, Константин. Воображаемый парень. Часто бывает у девочек твоего возраста. Его необходимо допросить. Мама! Поверь, отношения человека и вампира — это очень плохая идея. Посмотри на нас с Алукардом. Как ты могла сказать такое при нашем ребенке? Ладно, вы правы. Я слетаю к нему, наконец, познакомлюсь с ним. Живую. Она его убьет. И съест. Одно из преимуществ вампирской жизни. А не хочешь присоединиться? Нет. Ну, как скажешь. Так, что там про миллениалов? Если мне потеет каждый раз, когда я думаю о тебе, там лучше по-моему. А нас не звали, а мы пришли. Доктор? Вы реально миллениалы? Ну скажите что-нибудь по-миллениальски. Speak easy, target, quiz, downshifter, influencer, hashtag, постирония. Блок, выгорание, психотерапевт. Если у тебя есть два из трех, то ты миллениал. А ты ничего так, если бы я не берег себя для интегры. А тебя разит токсичной маскулинностью. Дай угадаю, ты ненавидишь женщин? Не переживай, милочка, я ненавижу всех одинаково. Я как диванный психолог и диагност по аватаркам первой категории предполагаю, что именно этот абьюзивный психотик триггерит невроз сэра Интегры. Абьюзивный котик? Доктор Рандерсон ввел нас в курс дела. Ты нанес непоправимый удар по ее самооценке, когда она была ребенком. И что мы имеем в результате? Невротическое расстройство. Да о чем вы все, блин, говорите? Помнишь тот день, когда мы впервые встретились? Помнишь, как ты сказал, что я недостойна быть вам? Что? Нет, я запомнил это совсем по-другому. Юная леди, вы так прекрасны. Не хотели бы стать вампиром и провести вечность со мной? Ах, вы так льстите мне этим предложением, мой граф. Но я еще так юна, у меня даже не выросли буфера. Я бы предпочла немного подождать и стать старше. Но потом я все ваше. Обещаю. Как скажете, моя графиня. Видишь, так все и было. Я был уверен, что все это время ты ждешь, когда ты подрастешь. Ты просто невыносим. Мам, пап, знакомьтесь, это Пип. И теперь он будет жить с нами. Всем привет, Билла. И съела. Ох,
Мне нужно твитнуть об этом. И почему они говорят, что эти ребята все портят? По-моему, психотерапия работает отлично. Это все очень мило, но вампиры такие. Это хтонический образ, плащ, очки, как у Оззи Осборна. Все это так давно уже не в моде. Современные вампиры питаются зайчиками, сверкают на солнышке и лишены расовых предрассудков. Мне кажется, миллениалам нужно напомнить, как выглядят настоящие охренительные вампиры. Покажем им, моя графиня. Готова к убийству? О, да, мой граф. You make me wanna die. Скажи, вампирам офигительно весело. О, да. А знаешь, что еще весело, что мне теперь никогда не исполнится 30! Моя пенсия! Вы не поверите, миллениалы смогли сделать отличное, достоверное кино про вампиров, которое отражает всю нашу крутизну! Какую?